Привет, друзья! Российская КБ «Сухого» показала новый транспортный БПЛА С-76. Новая беспилотная транспортная система С-76 взлетает и садится вертикально. На выставке «Армия-2024» был представлен полноценный летный образец. Пока речь о военном применении не идет. Грузовой БПЛА С-76 позволит доставлять грузы на расстояние до 500 км. БПЛА не требует специально подготовленных площадок и аэродромной инфраструктуры. Взлет, полет по маршруту и посадка выполняется полностью в автоматическом режиме. Комплекс БПЛА С-76 существует в двух вариантах – малый БПЛА и большой. Малый БПЛА предназначен для доставки грузов массой до 50 кг на расстояние до 400 км. Транспортный БПЛА С-76, большая версия, сможет перевозить грузы массой до 300 кг. Максимальная дальность полета будет около 1000 км, на высотах до 4 км. С максимальной скоростью 180 км в час. С-76 позволит развернуть в России автоматизированные беспилотные транспортные системы, благодаря которым можно будет намного экономичнее и с минимальным участием человека выполнять авиационные грузоперевозки. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.